Всем привет, с вами Сид, и сегодня мы посмотрим на одну интересную игру, она называется Rebel Inc. Escalation. Если вы помните, раньше была такая игрушка Plague Inc. Вот она, кстати, есть. Evolve. Помните, где надо было вирусом заражать человечество? Так вот, теперь они выпустили новую игру. Переводится она, кстати, как Бунтарь или Бунтарство Эскалация. Я так понимаю, что здесь... Мы будем играть то ли за бунтарей, то ли что. Давайте сразу начнем. Одиночная. Так, основная. Режим кампании. Так. Угу. То есть пока недоступно, да? Новые регионы губернатора. Восстановите огромную даму, чтобы предотвратить... Лазурная дамба, распоряжайте в танковой скаме в роли танкового командующего. Воспользуйтесь другими новыми возможностями. Проводите масштабные операции в нескольких регионах. Следите за ресурсами в совместном режиме. Игра или против друг друга. Редактор сцена, немного другое. Одиночная игра. Ну, быть может, это и есть, типа, компания. Шафроновые поля. Над этими сонными сельскими равнинами нависает вечная угроза мятежников, укрывающихся в горах на северо-востоке. Щиты, это, наверное, сложность. Ну, давайте выберем далее. Так, кем я хочу играть? Чиновник, стандартный выбор, надежная пара рук. А другие у меня не активны, да? Экономист, генерал, банкир. Так, экономист мыслит на долгосрочную перспективу, работает с годовым бюджетом. Генерал, высокопоставленный офицер армии, государства, всегда выступает за силовые решения. Банкир, красноречивый финансист, любит тратить деньги. Контрабандист, бывший работник черного рынка, любит хаос. И командир, скандально безжалостно, может призывать на помощь огромное ополчение. Ну давайте играть за стандартное, у нас другого сейчас нет. Чиновнику, значит, у нас. Поехали. Так, это что такое? Это советники? А у меня они не открыты, да? Да, у меня никто не открыт. Ладно, далее. Ага, уровень сложности легкий. Местные жители легко идут на контакт. Позитивное мышление сдерживает коррупцию. Действия мятежников беспорядочны. Средние местные жители неохотно идут на контакт. Широкие возможности для коррупции. Высокий боевой дух мятежников. И суровый. Местные жители отказываются идти на контакт, коррупцию невозможно искоренить, мятежники получают помощь. Ну, конечно, средний. Далее. А, назовите свою... Ну, допустим, будет Redemption Romeo. Почему бы и нет? Давайте начнем. Запуск операции Redemption Romeo. Добро пожаловать в Шафроновые поля. Вторжение закончилось, войска были выведены из региона. Но вопреки всем надеждам, ситуация в регионе все еще нестабильна, и жители считают, что власти про них забыли. Окей. Угу. Так, операция Redemption Romeo должна стабилизировать. Местное правительство попросило вас возглавить операцию по стабилизации региона. Вы несете полную ответственность за все гражданские и военные дела. Хорошо. Разместите свой штаб. Это будет основной гражданский и военный штаб операции Redemption Romeo. Выберите место для своего штаба. Транспортное сообщение будет очень кстати. И коснитесь кнопки для продолжения. Пусть будет здесь. Я не знаю почему. Тут мост есть, мне нравится. Ага, и нажмите кнопки. Вот так. Нет разве данных по этой зоне. Статистика пока непонятна. Так, я что-то нажал. Привлеките сторонников для стабилизации региона. Как я это должен сделать, интересно? Для победы стабилизируйте регион на 100%. Шкала стабильности в верхней части экрана показывает ваш прогресс и численность сторонников. Финансируйте инициативу, чтобы увеличить уровень поддержки и привлечь сторонников по всему региону. Д. Как? Как я должен это сделать? Регион, что это? Очень непонятно. Пока. Это, видимо, просто... Угу. Это просто, это не то. Так, вот. Это еще не активно. Пауза.
Проведите инициативы на экране операции. Инициатива позволяет вам влиять на регион, повышая уровень поддержки или наращивая военную мощь. Ваш бюджет ограничен, поэтому выбирайте с умом и заранее просчитывайте последствия, чтобы добиться максимального эффекта. Окей. И где я должен я сделать? Так. Что я должен делать? Я не очень понимаю. Так. Ага. О! Развитие. Вступить в диалог с местными жителями, чтобы определить их потребности. Давайте вступим. Так, ага. Земельные права. Стимулировать законную торговлю землей путем разрешения споров при заключении новых договоров и разъяснения норм земельного законодательства. Хорошо. Профессиональная подготовка. Разработать программу обучения при практике повышения квалификации работников. О, вот это вот. Блин, это интересное. Развитие скотоводства. И выделить пастбище и разработать программы разведения скота для развития животноводства. Создает рабочие места. Банк развития. Оказать финансовую поддержку для развития. Давайте вот так. Купим. Купим. Так, это что такое? Субсидирование удаленных зон. А я теперь типа это сделал и... Совет. Шкала репутации показывает время до проигрыша. Угу. Репутация Redemption Romeo ограничена, а ее оставшийся запас может отображаться в виде шкалы в правой части экрана. Репутация может снижаться со временем, что совершенно нормально. Однако, если она упадет до нуля, вы проиграете. А, ну у меня типа выросла, да, она? Плюс 3 доллара. Нестабильно. Так, хорошо, что я еще правительство? Правительственные инициативы. Эти инициативы расширяют возможности операции и повышают эффективность гражданских и военных мероприятий. Инициативы действуют на весь регион. Борьба с коррупцией. Открыть горячую линию. О, это интересно. Борьба с коррупцией. Открыть горячую линию и система жалоб на сайте, чтобы жертвы коррупции могли сообщать о случаях должностных злоупотреблений, в том числе взяточничества и кумовства. Постепенно снижает коррупцию. Покупаем, конечно же. А почему это не активно? А, это активно просто. Ага. Эффективные закупки. Назначить надежных людей, внедрить действенные механизмы, чтобы очистить каналы закупок и усложнить процесс получения откатов от сделок и договоров. Финансирование инициатив приводит к меньшему росту коррупции. Пока ладно, не буду. Местное ополчение. Нанять и вооружить местных необученных граждан для поддержания мира. Улучшает безопасность зоны благодаря... чему мятежникам становится сложнее заходить, но снижает уровень поддержки. Это неинтересно. Районные представители. Назначат представителей Redemption Romeo в различных зонах, чтобы они работали с общественными деятелями и собирали достоверную информацию о происходящем. Постепенно собирает разведданные о зоне. О, это интересно. Купить. Ух ты. Интересно. Так. Так, 0 из 25. Почему это вот еще как-то должно делаться, что ли, или как? Очень пока непонятно. Так. Ох. Закрыто. Запросить воинское подразделение коалиции синий с ограниченным приездом в службу. Быстрое эффективное в бою, но может вызывать недовольство населения. Нет, неинтересно, не хочу никакого недовольства. Так. Слышь, а почему коррупция растет? Я что-то не понял. Ну-ка, купить. Никаких коррупций мне тут. Так, гражданские. Что здесь? Форум социальной услуги. Вступить в диалог с местными жителями, чтобы определить их потребности в образовании, здравоохранении, водоснабжении и санитарных сооружениях. Ух ты, это я хочу. Форум социальный. Так, вот это. Форум инфраструктура. Вступить в диалог с местными жителями, чтобы определить их потребности в дорогах, электроэнергии и телекоммуникациях. Это тоже надо, я думаю. Блин, инфляция растет, конечно. Ну ладно. Остерегайтесь инфляции.
Инфляция увеличивает стоимость инициатив и появляется при быстрых денежных вливаниях в одну и ту же область инициатив. Если инфляция станет слишком большой, подождите, пока она снизится, чтобы не тратить лишние средства. Окей. Так. Мне потихоньку падает... Падает деньги, так же как... Ага. Совет. Получает средства каждый. Ваш бюджет зависит от вашей репутации и числа стабилизированных зон. Начальству требуются гарантии того, что вы справитесь со своей работой. Окей. Спасибо. Так. Стабильность растет, вот я вижу сверху. Деньги тоже, да, у меня повышаются. Хорошо. Что это? Нестабильно. Нестабильно. Так, что-то случилось. О, один из 25, это строится, да, все дело? Гражданский. Что у меня еще здесь я могу сделать? Водоснабжение. Установить минимальный стандарт чистой питьевой воды для общества повышает уровень поддержки, особенно среди противников. Ух ты, интересно. Так, медикаменты. Создать цепь снабжения, чтобы лекарства всегда попадали к тем, кто в них действительно нуждается. А это? Восстановление школ. Блин, ну... Мне кажется, надо в первую очередь школу восстанавливать. Провести работы по восстановлению существующих школьных, школьных зданий и при необходимости предоставить персонал общественных педагогов. Купить. Отлично. Мне это нравится. Так, здесь у нас что? Электроэнергия. Отремонтируйте устаревшую энергетическую инфраструктуру, сосредоточив внимание на линиях электропередачи и генераторах. Повышает уровень поддержки и ускоряет внедрение инициатив. А тут я дороги вижу. Я хочу автотрассы строить. Так, телекоммуникации, грунтовые дороги. Давайте-ка сначала электроэнергию купим. Хорошо, правительство. Что здесь? Местное ополчение. Так, ладно. Подождем пока. Пока подождем, пускай деньги капают. Вроде как что-то происходит у меня, да? Это что такое? Предложим проект новой электростанции. В области Шерли Ромео обсуждают возможность строительства электростанции, которая сделает электроэнергию более доступной для жителей всего региона. Что мы предпримем? Одобрить проект. Поддержать проект строительства электростанции. Уровень поддержки значительно возрастет. Ага. Коррупция очень сильно возрастет. Угу. Я могу за 15, но здесь будет типа с надзором, да? Но у меня нет денег. Но я сейчас дождусь. Оп, я дождался. Вариант недоступен, потому что слишком мало известно об этой зоне. Ну ладно, давайте одобрим. Так, рост коррупции. Решение Redemption Romeo открыло новые возможности для нелегального обогащения. Коррупция очень сильно возрастет. Окей. Пришлось оплатить непредвиденные расходы. Дополнительные траты 6. Проект завершен, уровень поддержки значительно возрастет. Окей. Что-то у меня вообще с коррупцией-то? О, коррупция большая. Надо это дело пресекать. Надо пресекать. Так, давайте-ка подождем. Пускай денежка накапает. Так, у меня 1000, да? 1000 из 16. А, ну это сколько типа осталось? Так. Военные инициативы разрешены из-за угрозы мятежа. Мятежники готовятся напасть на регион. Вам доступны военные инициативы. Разместите солдат для обороны. Ух ты. Нам еще и обороняться надо. Стоп. Стоп. А если я хочу сделать местное ополчение купить? Оп. Местное ополчение и... 7. Купить. Так, это я запросил. Хорошо. Так, совет. Обучение солдата в левой части экрана. Солдаты проходят обучение. Ход обучения представлен на значке размещения. А, когда солдаты будут готовы, разместите их в зоне, перетащив на нее значок.
Я правильно понимаю, что когда я размещу солдат, у меня поддержка упадет, да? Пусть будет здесь. Не знаю почему. Ваше подразделение введено в зону. Перетаскивайте значок солдат, чтобы переместить в другие зоны региона для противодействия мятежникам. Окей. Ладно, хорошо. Пусть так. Что-то у меня с коррупцией. Блин, высокая коррупция. Тут все делается. Очень медленно, кстати, это все. Так, сообщение о мятежниках. Мятежники атакуют Фокстрота, мешают стабилизировать ее. Если мы ничего не сделаем, не захватят зону. Отправить солдат, чтобы пустить мятежников. Отправляем. Погнали, ребят. Пора, пора, пора. Надо воевать. Зону надо отвоевывать. Как бы... Внимание, наблюдается рост коррупции. Инициатива открывает новые возможности для взяточничества, мошенничества, коррупции в целом, что ухудшает вашу репутацию и снижает уровень поддержки. Антикоррупционная инициатива позволяет постепенно сокращать масштабы коррупции. Давайте, я вообще не против. Это было в правительстве. Эффективные закупки, давайте купим. Это я читал. Это стоит 14, борьба с коррупцией 3. Учредить особый отдел тайных исследователей, которые могут на месте выписывать штрафы коррумпированным лицам. Постепенно снижает коррупцию. Хорошо. Давайте. Сколько там нам было? 15 или 14, по-моему? Ну, не так много. Сейчас дождемся. Так. Ага. Фокстрот Оскар переходит к мятежникам. Ваша репутация будет постепенно ухудшаться. Чем больше населения занято мятежными мятежниками зоны, тем сильнее пострадает ваша репутация. Наши солдаты сражаются с мятежниками в этой зоне. Шкала под значком показывает, как идет бой. Размещай эти подразделения в смежную зону, чтобы оказать поддержку солдатам и не дать мятежникам сбежать. То есть мне сейчас надо сюда зайти, военным. Так, подразделение государства. Обучить постоянное подразделение солдат государства. Зеленое обучение займет длительное время. Медленное и слабее солдат коалиции, но значительно реже вызывает недовольство. А вот это вызывает недовольство, да? За 9, а это тоже за 9. Давайте вот это купим. Я хочу зеленое, не хочу недовольства никакого. Да, но медленнее, я смотрю. Сбор разведданных идет. Так, дайте мне еще один жад, и я хочу еще побороться с коррупцией. Так, отлично. Теперь, по идее, я могу, да, могу купить. Она постепенно должна теперь у меня сниматься, правильно я думаю? Это что такое? Переводчики и проводники. Назначить подразделение переводчиков проводникам, чтобы облегчить взаимодействие с местными сообществами. Солдаты быстрее собирают разведданные и повышают местный уровень поддержки. Ой, это тоже интересно, кстати, это реально интересно. Вам удалось завоевать поддержку достаточного количества местных жителей и стабилизировать зону. Ваша репутация улучшилась. О, спасибо. Да, в смысле вы? Сюда, я сказал. Нефиг сбежать. Когда мы побеждаем в столкновении, мятежники всегда пытаются сбежать в смежные зоны. Чтобы уничтожить их, окружить их, отрезав им все пути к отступлению. Мятежники не могут пересекать реки или выходить за край карты. Ага, окей. Ладно, я понял. Значит, надо их окружать, короче, да? Хорошо. Это несложно, кстати. Это вполне несложно. Так, проблема, связанная с дефицитом здравоохранения. Уровень поддержки Redemption Romeo в Браво Танго значительно снизился, потому что операция игнорирует проблему местных жителей. Опасения местных жителей можно узнать на экране зоны регион. Как? Ага, вот, типа, да? Ясно. Давайте, хорошо, не вопрос. Медикаменты купить.
Основа здравоохранения. Организовать центры обеспечения скорой помощи, такие как клиники, больницы и амбулатории. Повышает уровень поддержки, особенно среди противников. Купить. Вот. Это что? Борьба с полиомиелитом. Предотвратить распространение полиомиелита с помощью программ пероральной вакцинации. Повышает уровень поддержки, особенно среди противников. Не требует разведданных. Купить. Расширение... Расширенное здравоохранение. Расширить сферу здравоохранения, чтобы она также занималась вопросами детской смертности и истощения. Повышает уровень поддержки, особенно среди противников. Купить. А это? Программа личного здоровья профинансирует программы просвещения населения по вопросам психического и сексуального здоровья, а также правильного питания. Повышает уровень поддержки, особенно среди противников. Конечно, давайте купим. Неплохо. Здравоохранение мы им качнули, знаете ли. Блин, как же долго у меня вот эти вот обучаются, да? Больше детей посещают школы. В ранее пустующих или заброшенных школьных зданиях вновь началось занятие. Доступность школьного образования для детей возросла на 42%. Это хорошо. Это меня радует. Окей. Я проигрываю, что ли? Нет, оставайтесь там. Блин, обидно, я не хочу проигрывать. Давайте-ка военным поможем. Это что такое? Гарнизон разрешает строительство гарнизонов в разведанных зонах. Находящиеся области будут определены со временем. Гарнизоны предоставляют разведданные и военную поддержку ближайшим солдатам. Окей, посмотрим, что это будет значить. Так, это что? Ага. По нашим... Так, место для гарнизона. По нашим оценкам, Шарлик Кило является идеальным местом для размещения нового гарнизона. Находясь под защитой вооруженных сил государства, гарнизон окажет поддержку солдатам и поможет отрезать пути к отступлению мятежников. Так, чтобы выбрать, надо 6 денег, да? 6... Ну, сейчас подождем, и все будет. Так, хорошо. Готово, окей. Давайте уже. Ну же. Требуется помощь в горах Фокстрот Килла. Солдаты не справляются с мятежниками. Помогите им разместить солдат в смежных зонах или воспользовавшись авиаударом. Ну где же, давайте, вы очень нужны. Спасибо. Вот сюда. Так, а я могу еще себе армию как-нибудь намутить? Обучить постоянно подразделение солдат государства зеленые медленнее, слабее... Ага, типа 2, да? Авиаудар. 15 стоит. Ничего себе. Так. Идите сюда. Солдатам нужна помощь. Угу. Так, чтобы что-то предпринять, чтобы справиться здесь с мятежниками, используйте беспилотники для сбора разведданных. Введите больше солдат в смежные зоны и подумайте над возможностью нанести авиаудары. Хорошо, экономим деньги. Давайте, все, я понял. Авиаудар, так авиаудар. Купить. Угу. Так. Да, блин, как я могу сделать больше солдат? Период службы солдат коалиции скоро закончится. Руководство коалиции находится под сильным давлением требований отправить своих солдат домой. Скоро нам придется решить, хотим ли мы пожертвовать своей репутацией, чтобы оставить их в регионе. Так, идите сюда. Мятежники отбивают. Нифига они зону отбили. Мятежники отбили зону, которую они некогда контролировали. Если... мятежники будут раз за разом занимать одну и ту же зону, ваша репутация значительно снизится, поскольку люди потеряют веру в то, что вы можете обеспечить их безопасность. Так, а у меня вот тут усилилось, да? Ладно. Ч-
Чем больше смежных зон контролируют мятежники, тем эффективно они вербуют новобранцев и сражаются. Не давайте им захватывать крупные области. Окей. Да блин, я пытаюсь. А как мне еще вот сюда кого-нибудь отправить, например? Что это? Нет, продление, конечно. Так, давайте-ка впухивать в военное. Купить. Купить. Ну-ка. Синие прокачиваются, ладно. Внимание, мятежники бегут от наших солдат. Когда мы побеждаем в столкновении, мятежники всегда пытаются сбежать смежной зоны. Чтобы уничтожить их, окружить их, отрезав им все пути к отступлению. Окей. Так, получается, я их здесь, да, задержал? Ладно. Так, это что такое? Авиаудар по Дельта Юниформ привел к жертвам. Одобренный Redemption Romeo Авиаудар успешно поразил мятежника в районе, но также привел к жертвам среди мирного населения. Что нам следует предпринять? Принести извинения, выплатить компенсацию и провести внутреннее расследование. Уровень поддержки слегка снизится. Скрыть факты. Отрицать причастность к Авиаудару. Шанс того, что факты скрыть не удастся. Я вот это хочу. Окей. Так, жители теперь недовольны солдатами. Присутствие иностранных солдат вызывает недовольство у некоторых местных жителей и снижает уровень поддержки. Проведите инициативу переводчики, старайтесь не держать подразделение коалиции в одной и той же зоне слишком долго. Окей, давайте сюда перейдем. Так, переводчиков я сейчас сделаю, хорошо. Купить. Баллистика. Знание местности, гражданская помощь. О, давайте гражданам помогать, это надо. Так, идите-ка сюда. Вот сюда. Так, стоп, это что такое? Враждебное государство поддерживает мятежников. Становится все более очевидным, что враждебное государство целенаправленно пытается дестабилизировать регион. Оно оказывает военную и финансовую поддержку мятежникам. Как мы на это ответим? Нанести контрудар. 8 стоит. Принять труднонаказуемые меры. Доказуемые меры для нападения на враждебное государство и его дестабилизации, чтобы не дать ему поддержать мятежников. Стоимость 8. Давайте, конечно. Мятежники лишились поддержки. Пошли в баню. Так, это что такое? Построить гарнизон. 3. Давайте. Сейчас деньги будут. Оп. Построили. Отлично. Все. Так. Мои тут воюют вовсю. Когда же оно прокачается уже здесь все, а? Что тут еще я могу прокачать? Вот это что такое? 12, да? Это логистика. Предоставить четырехколесную технику и средства транспортировки солдатам государства для повышения их мобильности и труднопроходимой местности. А это? Вот, третье. Я хочу третье. 12 стоит, сейчас прокачаем. Да вы надоели мне. Сюда идем. Так, сколько там оно стоило? Купить. Хорошо. Воюем. А то что-то они совсем офигели. Они реки, да, не могут преодолевать? Ладно. Сюда идем. Так. Это что такое? Истек период службы подразделения коалиции.
Вот они мне говорят, типа, я должен окружать. А кем я могу окружить? Давайте еще потеряем. Кем я должен окружать, если у меня... На меня нападают. Ё-моё. Так, давайте еще прокачивать. Улучшение оружия государства. Заменить устаревшие снаряжения солдат государства на современное. Так, вот это вот мы купим. Обязательно. Хорошо. Тут у нас что? Контрольно-пропускные. Можно до 4 улучшить. Тяжелая артиллерия. Точные боеприпасы. О, давайте точные, чтобы больше мирных жителей никого не задевали. А то мало ли что. Так, идем сюда. Наверное, я думаю, что? Наверное, я думаю, что в следующий раз мы отзовем уже... Мы будем прокачивать зеленых по максимуму и ими передвигаться вокруг. А если я сейчас сюда зайду? Я смогу их, допустим, окружить и победить? Ну-ка сюда. Так, воюем, воюем. Воюем вовсю. Так, военные. Что я еще могу вам сделать? Купить. Купить. Блин, сколько всего тут можно намутить, а? Внимание, обучение солдат замедлено. У нас ограниченное количество новобранцев и центров обучения. Если вы одновременно обучаете множество подразделений одного и того же типа, на их подготовку идет больше времени. Старайтесь обучать их последовательно. Ладно, хорошо, я понял. Так, отступаем. Так, мятежники становятся сильнее, когда вы отступаете. Я понял, мне нельзя отступать, хорошо. Так, мои здесь поддерживают, да? Хорошо, давайте сдерживать их в этом регионе. Все, они, получается, уходят, да? Уходят. Окей. Это что такое? Неофициальный контакт с лидером мятежников. У вас появилась возможность установить контакт с лидером мятежников в регионе, что предпримет Redemption. Попробовать договориться. Попытаться принудить мятежников начать мирные переговоры. Мятежники сядут за стол переговоров, только если решат, что это в их интересах. Шанс того, что мятежники откажутся от переговоров, 100%. Давайте. Они уверены в своей победе, видите ли. Знаете что, идите в баню, а? Я тоже вообще-то уверен в своей победе. Это что такое? Выделить 6 на финансирование? По нашим оценкам, Гольф Серый является идеальным местом для... А, гарнизон, конечно, давайте. Окей. Пусть будет гарнизон, пусть будет. Так, что я еще могу для них? Это что такое? Ладно, отправляем домой. Пусть идут домой. Но хорошо, я их отправлю домой. А потом что? Типа новые поедут? Подразделение готово. Поехали. Прикинь. Что ж вы сразу-то не объяснили? А я тут как дурак. Враждебное государство поддерживает мятежника. Стоимость... Давайте еще контрудар нанесем. Окей, окей. Я-то думал, что... Как их они еще делаются? Оно вон оно что. Вы что, офигели что ли? Как они сюда проникли? Воюем, знаете ли, воюем.
Надо воевать. Так, это что? Контакт с лижниками, с лидером мятеж... А, вы... Фу, я смотрю, вы начали бояться, да? Попробовать договориться. Давайте отложим. Я не хочу с ними вообще договариваться. Ишь ты! Совет, находите и уничтожайте лагеря мятежников. Если оставить мятежников без внимания, они продолжат обучать новых бойцов, используйте солдат и беспилотники, чтобы наружить их, сосредоточьте внимание на зону, вблизи которых мятежников... Окей, так, сразу. Военные беспилотники купить. Это что такое? Топливо и прочность. Боевые датчики. Во, это интересно звучит. Сейчас мы им понафигачим. Им хана всем. Так, я вот не понял. Почему они здесь? Все, они сваливают, да? Так. Пускай валят, пускай. И сюда вот этих мы посылаем. Так, что тут у меня здесь еще я могу сделать? Покупаем, покупаем. Покупаем, конечно. Так, тут у нас война вовсю идет. Мятежники, так, уничтожены. Ага, удалось открыть. Все, я понял. Теперь эти сюда, а эти сюда. Сейчас мы будем атаковать. Ах, контакт с лидерами мятежников, знаете ли. Ну давай посмотрим, что они нам. Чтобы принять условия мирового соглашения, потребуются долгие переговоры. Однако процесс пойдет быстрее, если мятежник почувствует с вашей стороны серьезную угрозу. Да естественно. Тут уж вы, конечно, быстро поймете, что вам хана. Совет. Прогресс переговоров в правой части экрана. Шкала мирных переговоров в правой части экрана показывает, как продвигаются переговоры. Чтобы ускорить ход переговоров, окажите на мятежников военное давление. Да вот уже идут мои товарищи. Товарищи, бойцы мои идут. Так, купить, купить, купить. Все купить. Купить. Внимание, высокая инфляция увеличивает затраты. Вы потратили значительный объем средств в одной области инициатив, что привело к резкому росту инфляции. Прежде чем проводить новые инициативы, дождитесь снижения уровня инфляции. Окей, ладно. Внезапный удар. Обнаружена новая группировка мятежников. Они прибыли с ближайшей базы мятежников. Используйте беспилотный шаттл найти. Так. Обнаружен лагерь мятежников. Нам стали известны координаты лагеря мятежников. Так, откуда они проводили нападение в соседней зоне? Используйте сатаны, чтобы немедленно уничтожить этот лагерь. Как я... Окей. Как я могу его уничтожить? Так, вот вы сюда идите. Это что такое? Так, пройти... Пойти с мятежниками на компромисс. Идите нафиг, не хочу с вами вообще разговаривать, долбаные мятежники. Воюем, воюем. Так, верблюды местных фермеров, символ процветания. Новые методы заведения скота, улучшенная система утилизации станков, природный путь по животноводству, увеличивающий доходы фермеров по всему региону. Окей, спасибо. Видите, мои-то нормально, у них все хорошо. Лагерь этих мятежников уничтожен. Нам удалось выиграть немного времени, однако вскоре найдут себе новую базу. Будьте начеку. Так, идем сюда. Так, а давайте-ка, знаете что, еще вот это сделаем. Купить. И купить. Хорошо. Что тут у нас? Идите в баню, ни с кем не хочу ничего обсуждать. Так, сюда, сюда.
Так, все хорошо. Давайте сделаем, к примеру, вот так. Что такое? Нет, я сказал, я не буду с вами разговаривать. Идите нафиг. Что? Враждебное государство поддерживает. Ну и фиг с ним. Сейчас мы их подавим. Так, что тут у нас? Давайте выделяем, пускай еще гарнизон строит, конечно. Я согласен, нам все это надо. Так, что я еще могу что-нибудь прокачать? 27 аж. Так, это что? Купить. Это 12, ладно. Так, наши теперь и здесь воюют, хорошо. Так, это что? Нет, твердая позиция. Я ни с кем не буду договариваться. Пошли в баню. Поставки растворов для пероральной регенерации сильно так. Так, истощение снизилось, хорошо. А игра, я так понимаю, закончится, когда... Нет, я сказал, я не буду с вами разговаривать. Когда я всех выиграю, да? Так, ладно. Теперь давайте мы заходим сюда. Что-нибудь я еще могу прокачать? Могу купить. Не, давайте вот самолетики им попрокачиваем. Пускай они их бомбят. Бомбят как могут. Так, нет, здесь остается. Получается, что получается? Получается, что я сейчас их везде... В смысле, как они сюда пробрались? Сюда идем, быстрей. Нет, отклонить. Окей. Это что? Отправить домой? Нет. У меня пока репутации много, я пока никого отправлять домой не хочу. Так, стоп. Сюда идем. Да как они, получается? Я не понимаю, как они здесь проходят. Это очень странно. Не находите ли? Я вот нахожу. Нанести контрудар. Идите в баню. Подожди. Как я должен выиграть? Что должно случиться, чтобы я победил? Интересно, мне просто сейчас. Так, вы идете сюда. Очень странно, конечно. Так, есть средства, которые можно отправить на стабилизацию региона. Нажмите кнопку «Трасса» или посмотрите деньги знак. Так, хорошо. Какие средства? А, купить. Типа они сейчас приготовятся, да, у меня? Ага, все вижу. Все, готово, сюда идем. Значительное снижение детской смертности. Да блин, у меня по всем параметрам уже все хорошо. Типа... Так, идите-ка вот сюда. Я вижу тут лагерь. Так, пошли в баню. Окей, окей.
Подписать обговоренное мирное соглашение, стабилизировать регион будет значительно проще. Может ухудшить репутацию. Давайте попробуем. А то я так с ними бесконечно могу. О, мирное соглашение. Так, ладно. Подразделение ждет приказов. А давайте-ка вот сюда отправимся. Нет, окей. Вот так вот. Давайте, я хочу подавить это все. Пора уже нам закончить эту войну. Я считаю. Ну, что? Все. Так. И... А, победа. В 2014 году операция Redemption Romeo удалось стабилизировать весь регион, подписать мирные соглашения с мятежниками. Люди с надеждой смотрят в будущее. Окей. Так. 5 звезд. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Понятно. Вот такая, в принципе, игра. Если вы играли в Plague Inc., вы понимаете вообще, что это такое. Некая такая небольшая стратегия. Вот. Оценивайте это видео, если вам понравилось или не понравилось. Подписывайтесь на канал, на паблик ВК. И смотрите мои другие прохождения игр. Всем удачи!